Друзья, всем привет! Это Team Russia Challenge. И сегодня у нас в гостях игроки молодежной сборной России. Поехали! РФС ТВ представляет очередной выпуск Team Russia Challenge. В рамках этого проекта представители сборных России соревнуются друг с другом в исполнении разных футбольных элементов. И на этот раз мы отправляемся в испанский город Марбелья. Цель конкурса – попасть в каркас ворот. За попадание в перекладину начисляется 1 балл. За попадание в штангу – 2 балла. За попадание в крестовину – 3 балла. Давай. Ты бьешь. Я бью? Давай, я бью. Давай. Чуть-чуть. Давай, Ген, на пиццу. Хорош. Очко, да? Очко. Я посмотрю, как ты будешь. Можно мне не бить уже? Можно, да, уже? Меня потом не снимайте. Можно же так показывать? Нет? Ай-яй-яй. Все, последний. Последний. Это последний, нет? Нет, 5 не 7. 5? Все. Тоже был. Ну все, да-да. Давай, я жду твоего. Сколько ты, 3 забил? Твоего дебюта. Ты мне праздник испортил день рождения. Груль, шнурки у тебя. Ай-яй-яй. Ну уже ничья. Можно в штангу, да, попасть? Да, давай. Да, можно постоянно. К3-1. Да не, Грули, ты уже борщишь. В штангу попадаю, ничья. Пошел риск. Хорош, Грули. Так, 3-1 есть, да? Отыграйся. Цель второго конкурса – послать мяч в ворота с отрицательного угла с разных позиций. За каждое попадание игроку начисляется 1 балл. Ой, ой. Ой, близко. Не того взяли, реально. Не, надо заканчивать. Тихо, тихо, спокойно, спокойно, бро. Успокойся, тихо. Сосредоточься. Я туда все мячи подал. Да, да. А сколько очков этот мяч? По одному, да? Можешь переснять мне? Я говорю, если никто не забьет, переснять лучше. Серьезно. А штанга не считается, да? За 2. За 2. Ай-яй-яй. Это последний мяч, да? Ну вот этот последний. Не-не, 5, по-моему. Здорово. Теперь самое интересное. Бьем с нерабочими. Не, ну посыл хороший, посыл хороший. Все. Да, посыл хороший. Ой, 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 ой. Не считается, да? Не считается. Я говорю, надо было левый переснять, я бы реально мастером был. Хорош, хорош. Да мне надо было поправку сделать просто. Ой-ой-ой, неплохо, Груш, хорошо. С днем рождения. Да, брат.
Я постараюсь. Мы настолько точно, что в нее и попадем. Давай, Ген, надо подкорректировать чуть-чуть. Мне надо один балл набрать хотя бы. Ну что, последний шанс. Да ё-моё, три штанги попал. Вот, блин, попал сейчас слева один раз. Один, да? Слева один раз, если попадаю, ничья. Хорош, близко, близко. Цель третьего конкурса – послать мяч в специально размеченный квадрат таким образом, чтобы он остался там. Разрешается выбивать мяч соперника. Каждому игроку дается по 5 ударов. Побеждает тот, у кого в доме окажется наибольшее количество снарядов. В первой игре футболисты выполняют удары одной ногой, а во второй игре – другой. Хорош. Делать такое, да? Ну, хорош. Не-не-не-не-не. Ну. Здорово. Вот это мой. Ветер, 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 ветер. Стоит. Считает? Не-не-не. Да, можно. Но не нужно. Можно все сбить, да? И ничья. Ой, мяч сдутый, ё-моё. Не, не накатится. Ага, сдутым, да? Я начинал. Ё-моё. Это мой, да, мяч? А, наверное. У нас да. Вот и мой последний. Фу. Надо просто в этот попасть в квадратик и все. Ну! Нет? Нет? Проекция мяча есть на линии? Проекция мяча на линии есть? Ну все, зашел, значит. Ладно, не считаем. Не, не докатится. Давай. А мне как его надо? В мой бей, короче. Хорош, в мой красавчик. Ай-яй-яй. Ты кого поставил? Проекция мяча стоит? Не, ты себя хорошо нас... Да, да. Это два твоих. Да. В один мой попадай, и мой заходит. Тоже. Надо между. Давай. Ой-ой-ой. Вдвоем. Браво, браво. Ну мой, один же мой считается. Занесешь. Ой, браво! Нет, это мой же мяч. Его. Да, да. Вот это мои три мяча. Я первый бил. Ты бил. Да, это его. Надо твои сбить. Надо все его сбить просто. Туп. Четыре. Давай. Да.
Обрежьте это. А можно я ему свой мяч отдам? На попытку. А можно спущенный поменять на один из этих, которые там? У меня 4, да, моих? Да, да. Если я как тот удар ударю. Браво. 3 моих. 3-1. Я говорил, что челлендж не мое. Челлендж. Не было. Только там вот кто стоит там где-то. Забей третий. Молодцы здесь все.